Золотая, красно-черная оранда. Значит, вот видно, да, какие-то полностью черные, какие-то, значит, комбинированные, красные с черным, какие-то золотисто-черные. Ну вот, даже те экземпляры, которые вроде сейчас чисто красные, то есть в период полового созревания в год, в полтора, значит, гены начнут формироваться, и не исключено, что на чисто красных тоже может проступить чернота, какие-то пятна и так далее. Ну, а те, которые сейчас черные, то есть, соответственно, эти-то точно будут черными, только их цвет станет бархатный. Очень интересно смотрится рыба, особенно вот которые черные, так они красавчики. Кормление, как у всех золотых. Содержание, значит, по нормативам на пару золотых размер аквариума должен быть 60 на 60 на 60. Минимальный 40 на 40 на 40, то есть 64 литра. Здесь вот видно на видео, что аквариум корытного типа. То есть глубина аквариума здесь, значит, меньше ширины. Ну, а вообще для содержания золотых, значит, так называемый голландец подойдет. То есть где высота равняется ширине. Или же ширина превосходит высоту.